Ну и так, и всякие интервьюхи всегда смотрю. Чьи-нибудь, не знаю. Вообще, сейчас посмотрю, что у меня в истории, блядь, просмотр. Ну да, Крис Эванс и Скарлетт Йоханссон. Актеры. 40 минут, нахуй. Чисто. Гальгадо. А, еще я вообще пиздец люблю тему, типа, трейлер-реакшн смотреть. Не знаю почему. У меня, типа, есть даже чуваки, которые у них страничка CyberNerds. Вот, я их Не фоловлю, знаю, я не потому что люблю. я, типа, прям вообще кайфую. А чё, не Вот, понял, ем. чё, трейлеры? Трейлер реакшн. Ну, типа, когда чуваки смотрят трейлеры, типа, Трейлеры записывают реакшн? реакцию, типа, Лол. свою первую. Вообще прикольная штука. Да там, Ну, да. типа, прям реально угарно. Я вот зафоловил Я... чуваков, с которых прям верещу, нахуй. Они прям топовые. А, я недавно, кстати, видел как раз тоже какую-то рекомендацию у меня была тоже что-то. Какая-то реакция на трейлер, я что думаю, что, блядь, это и трейлер какой-то еще там древний. А, типа, не, не древний как раз, да, там он как бы не новый, не древний, там вообще трейлер GTA 4, что ли, не, бред. Ну, я типа думаю, блядь. Я понял, Она типа не старая, не новая, а видео типа свежее, я думаю, что-то бред какой-то. Ладно, старая. Не новая. нервы. А вы видели же эту игру, как ее трейлер Atomic Heart? Нет. Нет. Бля, короче, игруха должна выйти в... Блядь, какой в очередь добавлен? Ты ебанутый или ебанутый? Блядь. Сейчас почистить очередь. Вот. Сейчас я зашарю вам ВК, скину, наверное. Потому что там... Щинги. Какие люди? Ну, бля, мне нравится, что я разнообразие вношу на переписку. У нас теперь целых... У нас три сообщения переписки. Да, ну я тебе, бля, ну сейчас, наверное, у меня не так все, как раньше. Я раньше мог, мне кажется, открыть, у меня был виден чат еще из 2018 года. Не прокручиваю, то есть я открываю там. Короче, гляньте трейлер. Игру, ну, Сейчас. трейлер старый. Я просто что-то недавно про игру вспомнил. Русские чуваки, пиздец, ну, типа, русский... Гамидев, прям красавчик. Это типа какой-то типа Fallout, плюс что-то очень психоделичное. И она, по-моему, то ли в 21-м должна выйти в Офигеть. году. Я даже не слышал, странно. Трек пиздатый еще играет. Ну-ка, что-то в комментах про Half-Life чуть не писали. Да, или Half-Life что-нибудь. Я пока по Half-Life, да, подумал. Можно приордер сделать еще год назад. Да, как кто-то сегодня на работе нас сказал про этот... Господи, где там Киану Ривз выходил на сцену, орал. Бля, ты первый коммент. Да, что его Да-да-да. принесли куда-то там. Да, на сентябрь. На сентябрь. Первый коммент I want it, I need it. Второй коммент от русского чувака. Ну, типа, Артём Нягаров пишет. I live in Russia and this is my usual trip to school. Короче, прикольная штучка. Ну, типа, прям реально заморочились и что-то интересное делают. Ну да. Да, реально, что-то прям слишком охуенное даже. И есть, короче, видосы с ней. Ну, я сейчас, наверное, не буду искать, но, типа, там, может, найдете сами. А, типа, с геймплеем из игры. И там так прикольно, типа, персонаж матерится на всю хуйню. Ну, там чисто такой Васёк, знаешь, блядь. Типа, ты с роботом пиздец, ах ты, сука, блядь. Тварь, блядь, ты ёбаная кукла, нахуй, знаешь, там типа того. Прям угарно. Ну, боевка интересная, тоже поставлю. Прикольно. Главный герой лечится сгущенкой. Да, это вообще топ. Реально, он типа вскрывает банку со сгущенкой, бля, и просто залип. Ну да, прикольно придумали. Блин, я даже не слышал. Странно. Такая... Это такой, типа, это сталкер на максималке, я знаю. Бля, это трейлер еще июль 2018, ёпс. Прикинь, Я и вообще не типа они до слышал. сих пор допиливают. Я просто ничего Она не вообще слышал. она мимо, да, просто.